К Артемию сам тесто замесил для блинов. Захотел утром блины. И сам вот, замесил, сам готовил. Да, сам готовит. А Николечка у нас кашку. Я думаю, точно он прилип, потому что сейчас... Сейчас бабушка продомешает. Сейчас не буду так, потому что он точно прилип. Да, вот так у нас. Я, у меня чуйка вот прям чувствую. Да. А он отдыхает. Бабушка тут белье сушила. Так, давай сниму, переворачивай. Ну ты так не надо плюхать, оно еще не застыло. Два блинчика вот у нас, да, это изнаночная сторона, лицевая. Вот так у нас. Ну все, молодец. Вот эти детки приготовили для бабушки сегодня завтрак. Николь сварила кашку манную, мама ее учила. Тёмочка испек блины. Причем кушает. Замесил, да, замесил. Тесто сам. Замесил. Вот такие молодцы у меня детки. Вкуснятина. Сейчас и бабушка кашку попробует. Спасибо вам, внуки. Дождалась бабушка.